выдавала я себе мою доченьку Наталью замуж. Жутко переживал, я очень любил, доченька есть доченька. Я позвонил Ире и сказал, кстати, вы, наверное, обратили внимание, что и музыка, и слова Грибулина. Вот я позвонил Ирочке и попросил, Ирина, напиши мне какую-нибудь песню, чтобы я поплакал, отдавая свою любимую Наталью. И появилась на второй день песня, которую я впервые исполнил на свадьбе. Она была посвящена Наталье. Но почему-то ее полюбили и стали просить исполнять в концертах. Итак, звучит песня Грибулиной «Доченька». Я тебя люблю, доченька, за тебя молюсь, доченька,
людей на трибуне рады. Я желаю вам хорошего вечера. Обратили внимание, всплакнули оба. У Виктора Петровича маленькая доченька, а большую доченьку вы еще увидите, Ирой Грибулиной. Мы вам ее покажем, красавицу Насеньку. А желаю вам хорошего вечера и о Ире еще много-много замечательных песен. И счастья тебе и твоей Насеньке. Спасибо, Иосиф Давыдович, потому что дороже, ближе вообще вот человека, наверное, мужского пола, скажем так, нету у меня, потому что это для меня все. Это просто моя родня. Вот Иосиф, Нелли, их семья, они очень мои любимые. И огромное спасибо Петру Петровичу, его прославленному коллективу, знамен ансамблю, да, академическому внутренних войск МВД России, генералу Елисееву, что они пришли в этот вечер. Всем огромным, моим любимым, прекрасным мужским коллективом. Меня поздравляют. Ура! И спасибо вам, мои любимые мужики. Низкий вам поклон. Спасибо. Спасибо. Мы еще не одну песню с вами споем. Потому что мы недавно записали песню «Потрясающий гимн». И я очень рада, что сегодня рядом со мной. Я остаюсь на сцене. Это так самое. Куда же я денусь? Я остаюсь на сцене. Мои дорогие, день рождения, как сказал Иосиф Петрович Кобзон, ребенка, человека, взрослого, неважно. Это не его праздник, это праздник его родителей, это праздник его мамы. А вот праздник человека – это его именины. Поэтому сегодня мне безумно больно, и я плакать сегодня не хочу, но иногда слезы наворачиваются на глаза, но я думаю, что это такие эмоции, очень чистые, добрые, светлые, они должны быть. Мне очень больно, что у меня нет рядышком со мной ни папы, ни мамы, особенно мамочки моей, потому что я состоялась только благодаря ей, и она меня одна воспитывала, одна поднимала, и ради меня бросила сцену, будучи блестящей, блистательной певицей, актрисой. И я очень много песен пишу о маме. Вот мама нет уже 11 лет,